Cracking on some bullshit. Что, сколько собрал на операцию? А? Собрал сколько? Нисколько. Ну, мама умерла, у нас же это. Мы с сестрой, 70 тысяч у нас ушло. Было много людей, ее уже знали, уважали. Ушло, мы собрали все копейки и это. А потом денег не было, мы накопили, а потом снесло же за 8 месяцев за квартиру. Так и представьте, еще и жить еле как. Вот за 8 месяцев только уплатили. Кого я сказал? А что, 8 месяцев не платили? Ну я говорю, что на похороны заняли, 70 тысяч ушло на похороны. Маму когда хоронили. Ну вот потом отдавали, а потом сейчас за 8 месяцев кое-как уплатили. Сейчас у нас нет уже долго. Видели. Что на занятия не приходишь? Некогда. Да вот одеться не могу нормально. Ну что, нормальный вид. Брюки-то побери какие. Какие? Ну рубашка вот нормальная, и то она как-то не помнила. Да, что нам я, тебе? Я, мне кажется, кажусь полный. Те одеваю, да? Другую одежду, она нормальная, на мне, а это вполне. Это не причина. Чего ты туда идешь на свидание, что ли, ну, любимая женщина? Не знаю, что-то я вам не понравился. Вроде как согласились сначала, что я нормально работал. Ну, мы тебя приглашали, а причем здесь работал? Нет, мы тебе на занятия говорили. Говорили, обещали, что вот так и так подвезете, помните. Ну, если не было Евангелия, мы тебя... Нет, потом говорили, подвезете. Ну, потом не было. Вроде не... я и не навязывал, потом мне сами они прям подходят, берут. Ну, нам бы охота, чтобы ты на занятия ходил. Я сейчас на дому у себя провожу занятия. Горно-Алтайская, 21-355. В среду, пятницу, полседьмого. Приходи, слово Божие, послушай. Сергей, не сможете маленько мне помочь? Вот на хлеб сколько-нибудь. Вообще денег нету. Только не надо снимать. Потом меня будут везде в компьютерах смотреть. Скажут, ты что? Вот человек... девушка отдавала мне эти карточки. Карточки. Говорила, выпили. Передали. Вот. Она говорит, тоже недавно. Вы справитесь или вам помочь? А? Все, отдай карточку. Да. А что? Все, я все. А нет, вот книга, я вот. Что-то мало, что дают вам. Тут раз много было. Без денег совсем сижу. Я сейчас выходить-то выхожу. А толку? Сейчас что-то не стали подавать. Представь. Ну смотрят, сытые, румяные. Нет, они еще осуждают. Ты, говорит, здоровый, тебе, говорит, работать надо. Пахать на тебе. А у меня и сахарный диабет, и давление, и варикоз. Вот веришь, нет? Да веришь. Я карту свою приду, если не буду обещать, покажу тебе. Но девушка, она говорит, я не знаю, говорит. Как? Я спросил просто, могут мне там помочь, она, я сама не дам, если я буду к вам ходить. У нас же не центр помощи. Вот я и говорю, вот убираются тоже, вот, они каких-то детей, говорит, вам не помогут, только помогают детям, вот здание. Вот, парень ходит каждый, но сегодня его нет. Ну, написано, с коробочкой такой. Написано, ищите детям. Ищите прежде Царствие Божие, все это приложится вам, и одежда, и питание. Вот, а ты не ищешь, на занятия не ходишь. У меня полоса всю жизнь идет. Ну, потому что ты Бога не ищешь, у тебя она и будет идти пока. Ну, почему не ищу? Я на службу, знаешь, ходил сколько много раз. Почему перестал ходить? И принял Бога. Так потому что я выхожу-то еле-еле. Здоровья нет. Ну, как здоровье? Вот я тебе говорю, что... Побираться редко. Есть здоровье, а на службе ну, стоять нет. Это не нету. Побираться, а это как? Милости нет. Ну, какая это разница? Написано в Библии от человека, это самое доброе, чтобы подать милостыню в церкви. Это ну так подавай, что ты, ничего ты не подаешь-то. Так я не в состоянии. Как это не в состоянии? Это кто в состоянии? Я вот, сам вот. У меня у тебя это лезет усы, прям это борода. У меня была вторая группа инвалидности. Ну, сейчас у тебя нету. И все, а так я у тебя стал, одна болезнь была, а у меня сколько стал есть? Стал искать Бога. Ты-то молодой все. Еще. А мне-то уже лет-то. Сколько? 55. А ты-то молодой, лет 40 тебе. Вон, слепая, благовествую. Смотри, она... 40 тебе. 45. 43. Вон, бабушка слепая, почти ничего не видит, и то она трудится как. Ну, а молодец. Я тоже не отказываюсь, а ты не знаешь. И не рокси. Ты сказал эти, я... Я не тебя забавно. Не нанимал. Православный библейский сайт, кто не да. Ясно, посмотрите там. Не так, что не так вырезал. Спасибо, Христос. Просто Христос. Помогать. Я просто вырезал, не так. Я говорю, помогать.
Я тебе помог раз, было, были у меня деньги. Спасибо. Спасибо, Христос нас помогил. Помог. Я говорю, ну маленько на хлеб, сможешь? Сколько сможешь? Ну зачем мне? Опять, ты не можешь не побираться. Надо. Так, ну почему не можешь? Я говорю, сейчас вообще, ну за 8 месяцев хватит. Вообще, я бы что, пошел? Когда ел последний раз? А? Вчера. Вчера? Вечером. Не ел. Вообще. Раиса Николаевна, вот человек нуждается, поможешь на хлеб? Вот, стоит. Да у меня с собой ничего даже нет. Ой, нет. Ни копейки даже. Если есть, да, я тебе отдам. А с собой нет. Православный библейский сайт. Как дело просто, как это найдет православный библейский.